Очередную партию гуманитарного груза из Мытищ направили в зону специальной военной операции. Адресные посылки сначала доставят в распределительный центр, а затем уже отправят на Донбасс. Вместе с супругами мобилизованных была собрана очередная партия, которую мы сегодня передаем. В данной партии мы собрали все необходимые вещи для ребят, собрали средства личной гигиены, продукты питания, теплые вещи, носки. Предлагаю всем неравнодушным также принять участие в сборе гуманитарной помощи для наших ребят, мытищинцев, которые сейчас находятся в зоне СВО. Напомню, на территории муниципалитета открыты более 5 пунктов приема. На базе штаба местного отделения партии «Единая Россия», в молодежном центре «Импульс» и в Центре культуры Подмосковья. Кроме того, сбор ведется в храме святого мученика Уара в поселке Вешки и на территории конного клуба «Казачий стан» в деревне Юдина. Также помогают волонтерские движения «Боевое братство», «От сердца к сердцу» и «Семья семье».